Участники гражданско-патриотического форума «Патриот России» сражаются в интеллектуальной викторине «Исторический баттл». Главная тема игры – героическая история России. Великая Отечественная война 1941-1945 года. Именно этим героическим страницам в истории нашего государства посвящен наш интеллектуальный турнир «Исторический баттл». В викторине принимает участие 11 команд, по 5 человек в каждой. Знания игроков оценивает жюри. Для размышления на вопрос дается минута. Для правильных ответов ребятам необходимо знать города-герои, крупные сражения Великой Отечественной войны, названия танков и многое другое. Какая крепость первая приняла на себя удар в годы Великой Отечественной войны? Которая одной из первых приняла на себя удар фашистских полчищ. Давайте. Ну вы же богатыри, все вместе, давайте. По словам участников, к мероприятию они готовились специально. Чтобы стать лучшими знатоками родной истории, читали литературу и находили интересные факты в интернете. Я где-то занималась 3 часа, может даже больше. Там, ну, каждый почти по-своему читал разные сайты, чтобы больше было информации. Мы уделяли больше Новороссийску, как нам говорили, и городам тоже мы их знали, ну, повторяли, какие города-герои есть в России. Свои отряды активно поддерживают болельщики в зале. Каждый уверен, что именно его команда станет победителем. Я сейчас болею, конечно же, за свой отряд, за 5-й отряд. Я уверена, что мы выиграем, потому что большая часть людей там из города-героя Санкт-Петербурга. Мы довольно хорошо изучаем историю Великой Отечественной войны, поэтому я в них уверена. Игра более наполнена эмоциями. Все команды болели друг за друга, и мы так тоже начали болеть. И, увы, наша команда проиграла на таком легком вопросе. Перепутала танк. На самом деле танк Т-34, а сказали Т-24. Ну, мы не огорчаемся. Ну, как сказать, продолжаем дальше. Ну, жизнь продолжается на этом, не стоит огорчаться. По итогам викторины 4-е место занял 5-й отряд. 3-е – ребята из 1-го отряда. Почетное 2-е место у 4-го отряда. А первыми стала команда 9-го отряда. 4 отряда победителя поедут в Новороссийск. В городе-герое сменовцы примут участие во всероссийской акции «Бескозырка».